Короче, слухи. Борден поделился воспоминаниями о знакомстве с родителями своей супруги Юлии Меньшовой. Актер признался, что он и Владимир Меньшов – полные противоположности. Игорь говорит, что он человек замкнутый и стеснительный. В общении с посторонними ему трудно раскрываться. В профессии актера ему приходится надевать маски различных персонажей, что позволяет ему вести себя более открыто. Но когда дело дошло до встречи с родителями будущей супруги, Игорь почувствовал необходимость быть откровенным. Естественно, вначале я этого очень опасался. Я был очень зажат, это же два известных человека. Но они были довольно открыты и просты в общении, без всякого чванства. И пытались меня как-то разговорить, поделился Игорь. А с Верой Валентиновной мне проще, потому что, как говорит Юля, мы с ней очень-очень похожи. И она меня именно поэтому выбрала, смеется Горгин. Закрытость, деликатность в общении – наши общие черты. Любите свою жизнь и подписывайтесь.